Курс «Стилист-консультант» состоит из трех этапов, в течение которых вы поэтапно разбираетесь в основных понятиях из мира моды. Вы узнаете главные составляющие стильного образа и как подобрать модный гардероб. На курсе вы изучаете сочетание цветов и их взаимодействие с цветотипом человека. Преподаватель обязательно подскажет, какие вещи необходимо иметь в гардеробе с учетом особенностей вашей фигуры. На самом деле я пришла, чтобы понимать, как правильно действительно одеваться, знать правила, сочетать все правильно цвета, использовать аксессуары, платки, возможно, шляпы. Ну, в общем, создавать очень красивые образы на определенную вечеринку, ситуацию. В общем, чтобы выглядеть всегда блестяще и очаровательно. К нам на занятия приходят абсолютно разные люди, но в первую очередь, конечно, это молодые девушки, женщины, которым не безразлично, как они выглядят, которые хотят подчеркнуть свой образ. Также приходят на курсы люди, которые хотят заниматься стилем на профессиональном уровне. Это и фэшн-блогеры, и люди, которые хотят связать себя с профессией имидж-консультанта. На нашем курсе очень много практических занятий, которые включают в себя походы в торговые центры, в магазины. Вы узнаете, как сделать шопинг эффективным, каким образом можно создать законченный образ с помощью различных аксессуаров. После прохождения курса «Стилист-консультант» у вас не должно быть проблемы, когда открываешь шкаф, а надеть нечего. Поход по магазинам для меня был не всегда легкой задачей, потому что, опять же, подобрать себе определенную модель одежды бывает сложно. Из-за того, что какие-то модные тенденции не подходят, либо какие-то фактуры ткани они не совсем соответствуют тому, что ты хочешь, и тому, что тебе реально идет. На самом деле стало проще, конечно же, но все равно остаются вот нюансы все-таки магазинов. Это никак не убрать. Просто начинаешь уже смотреть более таким профессиональным глазом, взглядом, и уже видишь лучше, что тебе надо, а что нет, как что сочетать.